Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Алексей Николаев, команда Softline. Как сегодня игра прошла? К сожалению, неудачно. Где-то не хватило дисциплины, где-то не хватило удачи. Поэтому поражение как результат. Вы готовились к этой игре? Да, планировали, но, как говорится, все пошло не по плану. Так, к следующей будете готовиться? Конечно, гораздо лучше. Проведем работу над ошибками и будем играть на победу.